вами представлен поршневой механический дозатор модели МДР. Данный дозатор рассчитан на диапазон дозирования от 2 до 80 мл. Регулировка дозы происходит с помощью нижнего винта, то есть вы закручиваете его, либо выкручиваете, также с помощью верхнего. Также выкручивается, либо закручивается. В комплекте поставки идет маленькое сопло под меньший диаметр флакона. Ну, пожалуй, давайте начнем и разольем глицерин в наш флакон объем 30 мл. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.